Всем привет! Мы в Минске, на часах 8 утра. Через 30 минут команда отправляется в Мозырь. В субботу играет дублирующий состав, а в воскресенье основа. Уже в Мозыре, как вы видите, но играть будем не здесь. В воскресенье здесь играет основной состав, а сюда мы приехали, чтобы переоделись наши дублеры. Скоро отправляемся на стадион, где пройдет матч дублирующих команд. Приехали мы на стадион имени Спартак. Вот здесь будет играть наш дублирующий состав. До игры остается минут 45, поэтому скоро мы начинаем. Счет 3-2 в нашу пользу. Остается играть еще порядка 25 минут. Не рассыпаемся. Что? Победой! Команда приехала в отель, мы встречаем ее. Ну да, была поломка небольшая. Я вот. Думал, теща отобрала. Не, теща, вы что? Влог! С Мозыря! Красивый город! Женщин вечером батя пойдет снимать. Я кстати, работать начал. На, улыбнись. Когда ехали? Когда ехали? Плюс-минус он стоит по девушке. Да, мы быстрее доехали с дублем. Добрый. Здорово. Привет. Здорово. Hello. Hello. How are you? Good, good. Делаем необычный эксперимент и отдаем камеру двум молодым репортерам. Посмотрим, что из этого получится. Вот так встречают наши пацаны, да. Что скажешь? Вот этого не надо. Ну что, как тебе влоги снимаются? Каково это быть с обратной стороны камеры? Не, нормально, в принципе нормально. Пусть только этого влог не попадет. Оставлю, что-нибудь оставлю. Мы вышли сегодня на улицы города Мозырь, чтобы узнать у местных жителей, что они думают о предстоящей игре. Всем привет. Сегодня мы возьмем интервью у двух уважаемых людей города Мозырь. Что можете сказать в преддверии матча Славия Мозырь Ислач? Ну, надеюсь, конечно, моя любимая команда Славия Мозырь возьмет первое место. Ну, выиграет, я имею в виду. Но не уверен по составу команды, конечно. Ислач тоже сильная команда. Будет равная игра. Надеемся не огорчиться в своей команде. Футбольного клуба Ислач вы знаете. Мякиш, Комаровский,
Верицила. Они очень сильные все игроки. Один дриблер, другой хорошо в защите. Ну просто все равно, как ни крутиться. Вы у меня, ну, у нас дома в городе, как бы вам, ну, удачи, но вы удачи, болеете, конечно, за... но я, естественно, Славию. За свою команду. Естественно. Кого можете назвать самым там популярным медийным человеком в сфере футбола в Беларуси? В Беларуси? Да. Ну, Александр, все считают, там, все считают Драгун, Драгун, но он мне не, никаким образом не нравится, ну, как бы по игре. Александр, Глеб, Вячеслав, то же самое, очень сильно зазвездились, звезды так сильно. А молодой футболист Лисакович, слышали о таком? Я вам скажу про другого. Панцев. Панцев. Угу. Дима, расскажи, в каких ты городах играл, какие вот, вот три... лучших городов, в которых ты играл в футбол? По атмосфере или по качеству? По всему, вот. Вот все, что ты можешь включить. Это стадион, болельщики, красивый город, там, не знаю, атмосфера вокруг. Ну, первый город это, наверное, Борисов, который сильно запомнился. Второй город это, наверное, Брест. А третий город это Мадрид. Ты играл в Мадриде? Рус, твои топ-3. Уздаева, Цевич и Ганцевич. Солидно. Топ-3 города, где приходилось играть? В Бресте, конечно. Гродно, очень красивый город. И в Жодино. Твои три топ-города. Гродно, Брест, Гомель. Команда вышла на разминку и традиционный круг. Кстати, обратите внимание, на какой низине находится стадион по сравнению с трибунами и прилегающей территорией к ним. Футболисты будто играют в каком-то карьере или кратере. За воротами соперника, надо ставить два тайма в надежде словить опасные моменты и, конечно же, голы. Давай, Кэм! Юсов, Юсов, Юсов. Было опасно. Счет 0-0. У нас уже есть замены после перерыва, поэтому продолжаем игру. Надеемся на победу и голы. Ну, давайте, ударьте кто-нибудь. Ах! Давай, в штрафную, Ваня. Гол! Гол! Блять. Офигенно. Ребята, мы увидели гол. Я заснял. Что ж, друзья, вот и завершился наш двухдневный вояж в Мозырь. К сожалению, не смогли победить. Закончился матч со счетом 1-1. Поэтому, приехав в Минск, я решил вот так закончить это видео. Мы начали это видео, этот влог в Минске, и мы его здесь заканчиваем. Ставьте лайки и смотрите все видео от футбольного клуба Ислыч.